Доброе утро, сегодня выходные, 8 утра, а это значит, что я еду в Питер, и вы едете вместе со мной. Посмотрите на это чудо. Время 10:30. Наконец-то я добралась до Питера. Сейчас я нахожусь в парке недалеко от Петропавловской крепости. И меня ждет небольшое путешествие. Вот мое путешествие. Я буду сейчас по каналам и рекам на личном трамвае 4 Питера. Конечно же, ровно в 10:30 мы не выехали. Это было бы удивительно. Нельзя трогать. Нельзя. Это все чужое. Инструменты, которые убирают корабль. Да, все. Пожалуйста, не вставайте со своих мест. До основания Санкт-Петербурга русские города застраивались без генерального плана. Постройки возникали по мере необходимости. Улицы при такой застройке часто изгибались, отклонялись от прямой линии.
я прокатилась, 285 рублей. Это по купону, который я купила в Биглионе. Просто заходишь на сайт, либо скачиваешь приложение, находишь вот именно эту поездку, покупаешь и все. То есть, если бы там нужно было стоять какую-то очередь, знаете, вырезать этот купон, понятно, это было бы не очень интересно и очень, ну, не бессмысленно. А так, вот такая вот ручная утренняя прогулка, которая в 10.30, в 11, в 11.45, 285 рублей. То есть, я ссылку на сайт на всякий случай оставлю, если кто не знает, сайт Биглион. Можете спокойно пользоваться, а по поводу рекомендаций, вот 100% стоит покататься, очень красиво, билеты дают, в общем, все условия. Я сейчас нахожусь в Михайловском саду, иду в Бирколь-центр на фестиваль. Так что погуляем еще немножко и покажу вам клевые штуки. Там, я думаю, будет очень интересно. Здесь такие концептуальненькие лавочки разноцветные. В таких условиях можно посидеть, отдохнуть, провести время. Можете поесть, полюбоваться природой, погулять. Знаете, все смотрят на мосты, а никто не обращал внимания, что вот здесь Санкт-Петербургский государственный экономический университет. Я вот не знала. Ну и, конечно, вот то... Я, наверное, просто категорично, но смысл фоткаться на этом мосте? Да на любом другом. Я подхожу к Бирколь-центру, и сейчас я вам покажу, как проходят фестивали в Питере. Проходит фестиваль в Питере. Ну, достаточно интересно, есть что поделать, бесплатные мастер-классы. Ну, в общем, я уже оттуда ушла. Сейчас вам покажу очень классную булочную, в которую можно приходить есть тортики. Смотрите дальше. Нет,
мои дорогие друзья, кто смотрит это видео, если вы в Питере, увидите вот такую булочную, номер любой, заходите. Там очень вкусные тортики, пирожные и такие классные цены. Вот я советую всем сходить в эту булочную. Вот обязательно. Это мой совет. Вот так полжизни мы проводим, пока стоим на светофоре. Но здесь приятно стоять на светофорах. Очень красиво. Вот так неожиданно я набрела на Юсуповский сад. Очень красивое место. Пойдемте погуляем. В Питере есть музей железных дорог России. И сейчас вам покажу его поближе, но посещать не буду. Музей находится на Балтийском вокзале. С правой стороны вы увидите вход. Короче, меня в музей не пустили. Касса до 5, время 5. Не покажу вам. Возможно, уже догадались, я уже дома, я приехала. В итоге в 8 утра я ушла из дома, сейчас 8 вечера. Я нагулялась, у меня был прекрасный прогулка по каналу Питера. Я посетила фестиваль, была на Балтийском вокзале. В общем, погуляла по всем улочкам Питера. И хочу повторить. Сейчас будет красивая концовка с самолетом. Это я немного доехала по дороге в Сосновый Бор. И что я хочу сказать. Большое спасибо вам за то, что посмотрели это видео. Если вам было интересно, обязательно напишите, что вам понравилось в комментариях. Если что-то не понравилось, тоже напишите. Мне будет интересно узнать, как исправиться. Ставьте лайки, подписывайтесь, ведь я собираюсь снимать видео не только про Питер и Сосновый Бор, а дальше ездить в различные красивые города. Например, скоро будет Москва. Пока-пока-пока. Сейчас будет самолет.